Видеорегистратор Inspector Inch. Рассмотрим само устройство и комплектацию. Поставляется в такой вот упаковке. Рассмотрим, что внутри. Сам видеорегистратор. Его рассмотрим чуть позже, перейдем к комплектации. В комплект у нас входит адаптер питания в прикуриватель. Длина провода 3 метра. Кронштейн на двухстороннем скотче к лобовому стеклу, поворотный на 360 градусов. Инструкция на русском языке. И фирменный гарантийный талон. Рассмотрим сам видеорегистратор. Здесь у нас расположено посадочное место под кронштейн. Сбоку слот под карту памяти microSD. Кнопка включения-выключения. Далее USB для подключения питания. Кнопки управления у нас находятся снизу. Значит, эта кнопочка меню, а также отвечает за выход из меню. Вверх, вниз, окей. Видеорегистратор на русском языке. В меню у нас есть возможность настроить устройство под себя. Здесь два пункта настроек. Первый пункт — это настройки видеозаписи, это разрешение, цикл записи, режим парковки, госномер, экспозиция, баланс белого, датчик движения, микрофон, инфоштамп, акселерометр. Второй пункт — это системные настройки, дата, время, автовыключение, звук клавиш, язык, частота, поворот видео, автовыключение экрана, ввод госномера, очистка карты памяти, сброс настроек, версия программного обеспечения. На видеорегистратор дается год гарантии, приобрести можно будет в сети магазинов «Автогир».